Добрый день. Значит, сегодня мы с вами вместе попробуем провести мелкий ремонт вот таких вентиляторов. Ну, может быть, ремонт, может быть, обслуживание. Посмотрим. Значит, два вентилятора у меня. Значит, они оба неисправные. Значит, с чего начнем? Надо разобраться, что с ним, какая причина с этим вентилятором, почему они не работают. Ну, для начала припаял концы, чтобы проще с ними было работать. Одному и другому. Ну, если мы не сможем восстановить, сможем восстановить, значит хорошо. Ну, прямо скажем, вот этот весь ремонт, это временная мера. Если, значит, такой вентилятор, поменьше вентилятор, если значит, начал барахлить, лучше, конечно, его просто заменить. А если, допустим, нет возможности заменить, то можно восстановить на некоторое время, то есть, ну, пускай на неделю, на две, там, ну, на месяц, ну, два месяца, а так, конечно, лучше в любом случае заменить. Значит, ну, начнем с того, что мы начнем сначала прозвоним определение. Тестером прозвоним. Один от другого вентилятора. Так, посмотрим. Так, ставим провода, посмотрим. Что мы наблюдаем? А наблюдаем, что есть какой-то обрыв. Где-то обрыв. Или в проводах, может быть, здесь обрыв, может дальше. Сам вентилятор вращается очень хорошо. Здесь обрыв, ладно. Значит, смотрим второй вентилятор. Может, обои его были. Лучше не проверял. Посмотрим. Так, раз. Я допускаю, что я здесь не очень хорошо и припаял. Допускаю, ну посмотрим. Что-то есть. Этот прозванивается. Мы будем считать, что он прозванивается. Он это показывает. Но вращается не так хорошо, а так пошевелите немножко туда-сюда. Ну, предварительно, значит, прежде чем приступить к работе с этими вентиляторами, конечно, надо их чем-то обтереть. Сейчас тряпочку возьму. Значит, вот обслуживаем, выдерживаем. Так, есть. Этот сообщение не понимает. Это тоже надо вытянуть хорошо. Ну вот, в этих вентиляторах, если внимательно посмотреть,
Вот здесь вот наклеечка, И здесь вот такая вот, если со стороны видно, заглушечка стоит. Ну вот здесь вот. Так, а в этом я уже расковырял. Здесь я уже расковырял. Вот заглушечка стоит, да? И там внутри там есть шайбочка, Но учитывая то, что нам временно надо его сделать. Временно. То есть попытаемся его не разбирать. Попытаемся его расходить. Он, по всей видимости, подклинивает. То есть попала грязь, пыль. Подклинивает. Попробуем, вот уже получится выходить. Для этой цели попробуем применить вот это средство. Вот такое средство универсальное для смазки. Вот сейчас попробуем его применить. Прямо вот сюда вот заглушку сняли. И сюда, значит, что делать? Сделаем попробуем с конем. Колпачок не снял. Вот так вот. Раз. Опа. Раза два сделаем. Все, хватит. Чувствуется запах. Пускай маленько постоит. Сейчас покрутим его. Вот это смазывание. И как раз так пыль, грязь пойдет. Вот видите, уже. Я его шевелю вверх-вниз и проворачиваю. Уже чувствуется получше стало. Вверх-вниз и проворачиваю. Все. Значит, сейчас размотаем провод. Значит, вот, значит, смазали вентилятор. Вращаться он стал веселее. Вот сейчас попробуем, что нам это даст. Если, значит, он пойдет, значит, на этом мелкий ремонт будет прекращен. Если не пойдет, будем дальше смотреть, что с ним подключаем сейчас. Ну что можно сказать, что заработал как часы. Скорее всего, причина была то, что, значит, не было смазки, попала пыль, грязь, и двигатель не такой мощный, ему не хватило мощности, чтобы крутиться. С этим вентилятором разобрались. Значит, сейчас что мы делаем? Не остановился даже. Так, сейчас мы что делаем? Мы берем, значит, здесь маленько протрем, еще обслуживаем его хорошо, и здесь надо больше чем-то заклеить. Может, заглушечку какую-то ставим, может быть, скотчем или еще что-то. Но это с этим вентилятором решение. Значит, с этим вентилятором. Что будем делать? Сейчас предположим, что если, допустим, если что-то у нас с проводкой здесь, вот в этом районе. Сейчас ее просто вот сюда перекусим и посмотрим. Единственное, что паяльника под рукой нету. Нет, вот здесь откусили один, откусили другой. Можно не перекусывать, можно, значит, что делать? Можно иголочкой проткнуть, но так как если мы его не сделаем, то не сделаем. Если не сделаем, ничего здесь страшного нету, что мы перекусили. То есть мы сейчас проверим. Значит, проводку уже непосредственно, которая входит в вентилятор. Почистим и попробуем позвонить. Если она звонится, то просто здесь надо нам зажигалку какую-нибудь. Спички или зажигалку. Потому что провода очень тонкие. Но уверенность в том, что мы его установим небольшая. Но говорится. Если мы из двух неисправных один уже починили, то это уже 50% уже прошло. А бывает, что и вообще не починишь. Так что эти пироги. Вот такие пироги. Так. Все маленькие остынет. Там,
Хотя я не уверен. Эльза там не уверен. Сейчас посмотрим. Ставим на прозвонку. Поставим на прозвонку. Поставим на прозвонку. И посмотрим, что он будет показывать. Молчит. Нет, мертвый. Мертвый. Так. Ну что, подводим итоги. Подводим краткие итоги. Значит, вентилятор, который заклинил подшипничек. Здесь втулочка, здесь подскрещивал подшипничек. Мы просто смазали смазочку. Расшевелили, разработали. Значит, а что, и он пошел. А второй вентилятор, вот, пока он не прозванивается, вращается он очень легко, возможно, просто перегорел. Вскроем, посмотрим. Возвращаемся к первому двигателю. Ну вот здесь я уже вытащил, здесь вот получается, вот подождите, здесь вот заглушечка вот эта стояла здесь сверху, да? Здесь получается шайба, небольшая шайба, да? И вот шпоночка, маленькая шпоночка стоит, она здесь вот, ось как раз это самое. Фиксирует здесь. Двигатель вытаскивается. Но он и раньше вращался очень хорошо. Очень хорошо. Пробовали еще раз прозвонить с этой, значит, стороны. Здесь посмотрели. А потом, значит, когда вот это все посмотрели, взяли что ли, а? И понюхали. И получается, что здесь явный запах гари. Получается, что? Приходим к выводу, что данный двигатель в наших условиях восстановлению не подлежит. Но посмотрели, вот здесь вот, если первый двигатель, вернее, тот двигатель, который мы запустили, он подклинивал, но здесь вот видно, вы видите, втулка запрессованная, да? По всей видимости, там набилось грязи много, пыли, и мощности не хватало его, чтобы вращаться. Тот мы, значит, запустили, ну, в принципе, значит, запустили так, но можно было бы и тоже вот так вот разобрать хорошо, более-менее смазать, так что. И тогда бы он еще походил. Сколько будет ходить, не знаю, а этот, понимаешь, что двигатель идет на выброс. До свидания, до новых встреч.